Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 27 октября. Я Олег Шагданов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. 6 ноября наше радио «Уануде» и ресторан «Карабас-Барабас» представляют финальный концерт группы «Смысловые галлюцинации». Вечно молодой, вечно пьяный. По республике смещение холодного атмосферного фронта. Местами снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады и метели. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 10-15, по северо-востоку до минус 25 мороза, днем минус 5-10. По центральным районам ночью минус 8-13, местами до минус 17, днем минус 3-8. По южным районам ночью минус 6-11, в Акинском районе минус 25-30 мороза, днем минус 2-7, по юго-западу минус 6-11. В столице Бурятии ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, порывы до 16 метров в секунду. Температура ночью минимальная минус 9-11, днем максимальная минус 4-6. Атмосферное давление будет расти до 726 миллиметров ртутного столба. На дорогах местами снежные накаты, по Прибайкалью местами снежные заносы. На Аляске действует закон, запрещающий будить медведя-гризли с целью его сфотографировать. Но думаю, что нарушителя этого закона вряд ли удастся доставить в зал суда целиком. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагданов. А у нас в России, думаю, есть такая поговорка: закон тайга, а прокурор медведь.